Смотрите в пятницу в 18:15 на телеканале «Самара ГИС» первый эфир нового года программу «О животных хочу домой». Вы увидите видеовизитки трем собакам и одной кошке «Срочно нужен дом». Посмотрите, обратите внимание и заберите их из приюта. Они нуждаются в вашей любви. Символ года по восточному календарю – черный кролик. Что едят кролики, как они ведут себя в природе и можно ли их содержать дома? Почему их тоже иногда выбрасывают? И гости в студии – Анна Ширкунова, специалист по одежде для животных, и ветеринарный врач Ирина Катунина. Тема беседы – как спасать животных от морозов, сколько гулять и как одевать, и нужно ли собакам из приюта теплая одежда. Обо всем этом смотрите в программе «О животных хочу домой» 13 января в пятницу в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».